Ірина Мельничук, включайте мікрофончик. Як тебе звати? Будемо вітатися. Почекай, почекай, зараз я включу. Кажи. Мене звати Рома. Рома, привіт. Як настрій твій? Добре. Супер, Ова. Зараз ми... Так, тепер я знаю точно, що ти Рома. Євочка, привіт. Вікторія, привіт. Включайте камери. Боже, у Єві там така гарна кімната з таким лабіринтом суперовим. Вимкни мікрофончик, ми тебе послухаємо. Я просто гостя. Зрозуміло, ну все одно супер. Я вот. Ну що, сьогодні трішечки не така яскрава сонячна погода, як ми звикли влітку бачити. Сьогодні може піти дощик, але ми сьогодні з паном Денисом спробуємо всі хмарки розігнати і налаштуватися на позитивний яскравий настрій на цілий день. Тому починаємо нашу руханку. Передаю слово пану Денису. Прошу, пан Денис, починаємо. Всім добре утро. Давайте сразу перейдем к активной фазе, чтобы понимать, что выходные, суббота, все хотят больше поспать, нужно немножко разогреться. Начнем мы с вами с первого упражнения. Это у нас будут прыжки с хлопками наверху. То есть мы становимся ровно, ножки стоят у нас ровно. Делаем прыжок, складываем ручки. И таких 10 прыжочков быстро с вами делаем. Разгоняем. Чуть. Да, максимально быстренько их делаем. И следующее, что мы делаем, это мы будем доставать нашими локтями до колен. Правой ручкой к левой ножке, левой ручкой к правой ножке. Делаем по 20 раз, максимально быстренько. Быстренько разогреваемся, все уже будем сейчас готовы к работе. Спинку держим ровную, максимально вот стараемся коленки высоко поднять. Да, молодцы. Следующее, что мы делаем, мы берем ручки и достаем правой ручкой левой пятки. И левой ручкой правой пятки тоже максимально быстро стараемся доставать. Тоже делаем от 15 до 20 раз. Да, молодцы. Стараемся пятку как можно выше закинуть, вот на уровень нашей. И потом следующее тоже берем правую руку, правой ножкой стараемся до нее достать. В бок. Да, молодцы. Тоже делаем от 15 до 20 раз. Да, можно ножку в коленке сгибать, чтобы неровная ножка была. Здорово, вижу, получается, молодцы. Теперь с вами давайте потянем немножко наши мышцы. Первое, с ручек будем начинать. Ставим ручку, ладошку разворачиваем за спину и тянем ее, вот как будто хотим достать кого-то сзади. Вот представьте, что сзади у нас вот такая-то стенка стоит, и мы стараемся до нее достать. Да, молодцы. Чуть-чуть потянули, поменяли ручку, и уже второй тоже. Тянемся назад. Максимально ее стараемся завести туда, за спину. Опять чуть-чуть потянулись, поменяли ручку. И опять тянемся. Попружинили и опять поменяли. Здорово. Следующее, что мы берем, ставим руки на грудь и разворачиваемся влево, обратно, вправо, обратно. Ножки при этом стоят ровно, они у нас не двигаются, просто разворачиваем корпус. Вправо, назад, влево, назад. И делаем такие по 10 прокрутов. Еще раз напоминаю, делаем вправо в исходное положение, возвращаемся влево в исходное положение. Опять вправо в исходное, влево в исходное. Следующее, что мы делаем, ставим руки на пояс
и делаем наклончик к ножке. Вниз тянемся. Опять же, попружинили чуть-чуть, поменяли сторону и да, к другой ножке. Да, да, да. Постановка ног у нас примерно чуть-чуть шире наших плеч. И стараемся вот подтянуться. Да, 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 молодцы. Попружинили на одной, поменяли, на вторую тянемся. И сразу же, не останавливаясь, добавляем прогиб вперед и назад. Делаем круговые движения тазом. Сразу же, без остановки. Молодцы, молодцы. Прогинаемся вниз. Возвращаемся в исходную. Прогибаем спинку. Опять влево. Вниз, вправо. Прогибаем назад. И вот таким вот образом делаем. Давайте из вас сами сделаем 5 кружочков. Поехали. Раз. Два. Еще три. Четыре. И последний. 5. Здорово. Следующее, что мы делаем, ставим ножки максимально широко, как у нас это получается. И делаем с вами мельницу. Стараемся правую ручку достать до левой ножки. Возвращаемся в исходное положение и достаем уже левой ручкой до правой ножки. Опять правой в исходное, влево в исходное. Правой опять возвращаемся, левой возвращаемся. У кого получается достать именно до носочка, достаете до носочка. У кого нет, можно просто до косточки, допустим, доставать на ножки. Делаем таких 15 повторений. Давайте я буду считать. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, еще чуть-чуть, 11, 12, 13, 14, 15. Здорово. Остановимся теперь. Ноги стоят у нас ровно. На ширине плеч. И стараемся дотянуться ручками до пола. У кого не получается, ручки ведете вдоль ножек. И старайтесь дотянуться до носочка. У кого получаете, можете доставать именно до пола. У кого тяжело прям совсем, можете просто опуститься на максимальную, куда вы можете. И стараться просто пружинить. Растягивать свои мышцы. И со временем у вас будет получаться доставать до самого пола. Только смотрите внимательно, чтобы коленки были ровные, чтобы мы их не травмировали. И пружиним. Давайте, 10 секунд будет с вами пружинить. Я буду считать. Поехали. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Здорово. Становимся. Чуть-чуть давайте стряхнем наши ножки, чтобы они у нас пришли в обратное состояние. Чуть-чуть так вот стряхнули, стряхнули, прям не стесняемся. Молодцы. Следующее, что мы делаем, потянем наши ножки, берем ногу сзади обеими руками, притягиваем ее к попе и стараемся потянуться. Можно вытянуть руку вперед для равновесия, можно за что-то подержаться правой рукой или левой, в зависимости от той, которую вы удерживаете ногу. И удерживаем 7 секунд. Поехали. Раз, два, три. Держим, держим, держим. 4, 5, 6, 7. Стараемся не прыгать. 8. Здорово. Поменяли ножку. Взяли вторую. Опять же, зафиксировали себя. И поехали. Раз, два, три. 4, 5, 6, 7. Здорово. Следующее мы берем за коленку, подтягиваем к себе и тянем, тянем, тянем к себе. Спинка ровная, ножка у нас ровная, держим. И тянем к себе ножку. Опять же держим. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7. Здорово. Поменяли ножку, взяли вторую. Опять удерживаем. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7. Здорово. Следующее упражнение, что мы будем делать, смотрите. Можете взяться за что-то, чтобы у вас была опора. Я буду делать без опоры. Вы поднимаете коленко
и начинаете вращать ножки. Вот таким вот образом. Не знаю, я думаю, надеюсь, что вам видно. Голеностопом вращаете, как будто букву О рисуете. Так, нам все дуже гарно видно, дякуємо. Вот как будто мы рисуем с вами буковку О. Работаем, давайте сначала левой ножкой. Рисуем. Поменяли ножку. И рисуем уже правой, буковку О. Да, вот, молодцы, ребят. Рисуем. Здорово. Следующее, что мы с вами сделаем, мы потянем немножко наши ножки, но уже будет у нас два упражнения в одном. Первое, мы с вами делаем три прыжочка и потом делаем выпад на левую ножку. То есть это ножка, которую мы вытягиваем, она у нас ровная, колено у нас ровное, а это присаживается. Потом мы встаем, готовимся опять. Раз, два, три, и делаем с вами выпад. Давайте с вами попробуем одновременно, я буду вам считать. Приготовились, поехали. Раз, два, три, и выпад. Да, присели, чуть-чуть посидели, подтянули ножку. Вернулись в исходное. И опять поехали. Раз, два, три. И присели на ножку, потянулись. Здорово, молодцы. Тянем. Опять вернулись. Опять поехали. Раз, два, три. Присели на ножку. Тянем. Молодцы. Вернулись. Опять поехали. Раз, два, три. И присели на другую ножку. Молодцы. Здорово. Сейчас мы следующее упражнение, что мы с вами делаем, мы садимся с вами на попу. Раскладываем ножки максимально широко, как у нас это получается. И начинаем правой ножкой сводить ее с левой. Левую мы с вами не двигаем. Сначала правой к левой ножке мы двигаем. Раз, два, три, четыре, пять. Здорово. Теперь правую ножку положили, работаем левой. Раз, два, три. 4, 5. Опять левую ножку положили, работаем правой. Раз, два, три, 4, 5. Опять правую положили, работаем левой. Раз, два, три, 4, 5. Здорово. Сейчас можно чуть потрусить ножками на полу, тоже их немножко расслабить, потрусить чуть-чуть. И следующее, что мы будем делать, будем с вами рисовать буковки ножки. Первое, что мы будем рисовать, это букву S перевернутую. То есть ваша задача. Правую ножку мы рисуем как полукруг. Вот таким вот образом. Левая ножка у нас стоит, спинку мы держим ровную, на ручке облокотились и рисуем вот как будто букву S перевернутую. Сделаем еще пару раз, поменяли ножку, делаем левой. Опять полукруг рисуем. Да, молодцы. Получается, вижу, здорово. Коленку при этом держите ровную, не сгибайте ножку. Молодцы. Следующее, что мы будем делать, левую ножку ставим на пол, правой рисуем буковку О. Круговыми движениями, да, вот так вот рисуем буковку О с вами. Рисуем. Молодцы. Стараемся ручками себе не помогать. Стараемся именно делать только одной ножкой. Поменяли. Правую поставили, работаем левой. Рисуем буковку О уже левой ножкой. Рисуем. Еще три раза давайте. Раз. Два. Три. Здорово. Следующее будем с вами рисовать плюсик. Поднимаем на серединку в сторону. Опустили. Опять вверх, на серединку, в сторону, отпустили. Опять в сторону.
опустили. Еще раз. Вверх. Серединка. В сторону. Опустили. И последний раз. Вверх. Серединка. В сторону. Опустили. Молодцы. Становимся немножко опять. Раструсим наши ножки. Сейчас будем работать уже над ручками с вами. Струсили, струсили чуть-чуть. Молодцы. Давайте ставим сейчас ваши руки на плечи и делаем круговые движения. Немножко разомнем ручки, чтобы они у нас были подготовлены. Делаем 10 кругов вперед. Останавливаемся и 10 также кругов делаем назад. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Здорово. Сейчас мы делаем с вами руки, ставим перед собой. Делаем 2 движения перед собой, 2 в сторону. Максимально стараемся завести руки за спину. Опять. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Опять. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Здорово. Смотрите, будем уже подходить к концу нашего следующего упражнения. Становимся на одну ручку и стараемся вторую вынести вверх. И вот в таком положении себя фиксируем. Да, да, да. Стараемся, чтобы животик у нас не стоял уже на полу. И удерживаем себя в такой позиции 10 секунд. Поехали. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Здорово. Поменяли ручку, теперь становимся на правую и удерживаем себя уже на второй ручке. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Здорово. Опять поменяли ручку. Второй круг поехали. Опять становимся на левую, удерживаем себя. Раз, два, три, четыре. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Здорово. И опять поменяли. Поехали. Раз, два, три, четыре, 5, 6, 7, 8. Держим, держим, держим. 9. Не падаем. 10. Здорово. Давайте становимся уже на ножки. Поднимаемся с вами с пола. Молодцы, молодцы, молодцы. Следующее, что мы с вами сделаем, это будет бег на месте. Первый бег у нас идет. Ставим ручки на попу и стараемся пяточками до нее достать. Вот таким вот образом. Да, молодцы. Стараемся вот пяточками достать вот ручек наших. Делаем, делаем, делаем. Еще секундочек. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Здорово. Следующее то же самое. Становимся только ручки уже перед собой. И стараемся коленями до нее достать. То есть вот таким вот образом. Тоже работаем. 10 секунд. 10, 9, 8, 7, 6. Не останавливаемся. 5, 4, 3, 2, 1. Здорово. И давайте напоследок с вами сделаем растяжечку. Садимся на шпагате. Кто насколько может. Вот насколько у вас хватает растяжки, стараемся. Кто может сесть полностью, садиться полностью. Кто нет, мы далеко разводите ножки и пружините на них. Как будто вот стараетесь их растянуть. Только не переусердствуйте, главное. Поехали, удерживаем себя в этом положении. 10 секундочек. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Здорово. Следующее, что мы делаем, последнее. Ложимся, ножки растаскиваем максимально широко и прогибаем нашу грудь. Вперед ее как будто выталкиваем. Вот, да. 8, 7,
6, 5, 4, 3, 2, 1. Денис, мы чомусь перестали вас бачити, ви зникли з екрану. Да, да, извините. Все, я здесь. Бачу, дякую. Ребята, на сьогодні ви бачите. Мабуть, щось наш з інтернетом. Вмикаю ваші мікончики. Маю надію, що всі зарядилися позитивом, що всі гарний настрій. Покажіть, будь ласка, лайки, що вас все добре. Бажаю вам гарного дня і чекаємо вас на наступних заняттях. Денис, вам дякуємо, гарного дня. Да, спасибо, ребята.